Здравствуйте. Здравствуйте. А вы пара, вы так за ручки держитесь трогательно. Да, да. Вы муж и жена или просто пока парень? Парень, девушка. Как называется номер, который вы нам сегодня покажете? Dual Flame. Что это значит? Пламя. Это пламя любви. Это вы придумали специально под вашу любовь или сначала вот возникло? Нет, мы придумали сами. Ну, под нашу сами любовь. Сами именно под любовь. Ну, мне бы хотелось, чтобы пламя это вас обжигало все время, а теперь перед вами стоит задача обжечь нас. Да. Постараемся. Ну, давайте, удачи вам. Спасибо. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Je t'ai volé ce sang, on n'aurait pas dû le partager. Ні, це не блискучий виступ. Це якийсь так, знімаючий виступ. Любовь творит чудеса. Аюш, заходить на такие поддержки, наверное, можно только тогда, когда ты доверяешь человеку, любишь его. Потому что в некоторых местах это было настолько опасно, что, ну, наверное, действительно, это возможно лишь с тем человеком, которому ты готов отдать свою жизнь. Браво! Это великолепно! Такое может получиться. Спасибо большое. Только когда есть талант, и когда есть любовь, у вас есть и то, и другое. Спасибо. Спасибо большое. Я не знаю, як складеться ваша доля, я б вам зараз уже дав мільйон. Наскільки мені хочеться, щоб у вас все було гарно.
і в коханні, і в акробатиці. Прекрасно. Отличное выступление. Вы так быстро переходите с одного трюка на другой, как все на одном дыхании. Легко очень смотреть, приятно за вами и за вашим отношением друг к другу, и за выступлением в целом. Впечатление только приятное оставили. Спасибо. Спасибо. Нам остается проголосовать. Я... Да. Спасибо. Я уже миллион віддав. Так. Я говорю «да». Три «да». Спасибо большое. Брависсимо!